大家好，我叫杨林，我是汉语老师。Здравствуйте, меня зовут Синица Наталья, я являюсь преподавателем китайского языка на сайте Ассоциации репетиторов. И вот уже более 10 лет я помогаю своим ученикам погрузиться в интересный и увлекательный мир китайского языка. Основной категорией моих учеников являются студенты, которые просят меня помочь им по программе или в короткие сроки подготовить к экзаменам или пересдачам. Также, конечно же, среди моих учеников есть и школьники, начиная с начальных классов, заканчивая старшими классами. Просто есть те, кому интересен китайский язык, а кто учит китайский для себя. Безусловно, я также готовлю студентов и к международному экзамену HSK, но я предпочитаю давать информацию намного глубже, чем она обсуждается в учебниках, которые нацелены на подготовку к этому экзамену, для того, чтобы ученик не только научился решать тесты, но и также освоил, понял и научился применять ту грамматику и ту информацию, которая дается в этих учебниках. В соответствии с вашими целями и задачами изучения китайского языка, я подбираю индивидуальную программу, которая поможет максимально раскрыть ваш потенциал. Я стараюсь развивать все аспекты китайского языка. К ним относятся и фонетика, и иероглифика, и аудирование, и сочинение. Но основной упор я делаю на изучение грамматики. Потому что без грамматики, к сожалению, у вас не будет правильной речи и не будет понимания и чувства языка. Буду рада вас видеть на занятиях. Цзэдиэн!